Остановимся в этом доме. Они здесь. Валим отсюда. Саша, давай скорей. Действуем по плану. Давай ты первая. Я сразу за тобой. Я надеюсь, это не та тупая зона, где будет она потом на воде. Будем надеяться, что не та. Я пока посмотрю, какой там пуп стоит и что в ящике. У меня плохое предчувствие. Как-то так тоже начиналось. Где-то я уже видела. Не пойму, откуда стреляют, откуда издалека, не вижу метки. Что такое? Шмаляет кто-то по мне. Все, вижу. На 120. Блин, больше нас. Еще одна телка тут. Блин, успела загаситься за угол. Сейчас выцепим. Блять. Ой, молодчина вообще завалила ее. Больше-то никого тут нету. Не знаю. Но шумели мы тут нехило так. Надо валить, короче, куда-то уже решить, куда. Так, тебе нужен антирозин. Да-да, я вижу, у меня есть, я сейчас приму. Тут есть, у нее. Да у меня тоже есть, ну, тебе тоже забери на всякий случай. Бегает вон на графтинге, бегу, бегу, там, бегу. На плотине. Где именно-то? На плотине, на 255. Аккуратно. Может, я стоит. Сама аккуратность просто. Это ты стреляешь? Да, конечно, я. Свалил он, успел в это здание. Надо с тыла осмотреться, а то сейчас надают по башке нам сзади, как это часто бывает. Там чисто. А вон они вроде в дверном проеме там межгуются. Туда-сюда, туда-сюда. Сейчас попробую туда пошмалять. Не получается у меня ни хрена. Я бы тебе помогла, но у меня нету снайпера. Да я все понимаю, ничего страшного. Там их как минимум двое. Да-да, я впалил. Там еще бегает один. Блин, капец такой. Вылез, дверь закрыл, идите нахер, типа. Вон, походу, кто-то сзади все-таки подошел к нам. Он снизу бегает. Он редко же по кому-то стреляет. Ты видишь метку или нет? Не знаю. О, стреляет мне кто-то. Все, понятно где. Пойдем. Там моб, наверное. Да какой моб, там челик стоит за деревом? Но стрелял. Рашим, все как ты любишь. За одиночку. Надо все ценное снять с него. Ну, как ты и говорила, эта сраная зона на воде оказалась. Залезь, беги за мной. Бегу, куда деваться-то? Радыкса ни одной штуки у меня нет. Блин, графт. Да похеру на это чудище, главное свалить уже отсюда. Че, прям по воде, что ли, поплывем? А куда? Все, пиздец, вон эти расстреливать начали сверху. Сейчас пока плыть будем, точно завалят. Блин. Давай, чутка вообще осталось. Да, я доплыл, все-таки не успели грохнуть. У тебя стимулятор есть, скинь? Да. Давай, быстренько. Все, забрал, пошли. Наверх потихоньку. Вроде тихо все. Сука! Есть, завалило этого гада. Их много. Давай снова меня спасай.
Умничка. Сейчас через зону прямо забегу, чтобы не впалили. Куда ты со своей ракетницей бежать собрался? Куда ты стреляешь? Я не вижу ничего. Там один с крабом дерет. Все, вижу метку. Сейчас из рычажки попробую жахнуть. Там их двое. Один раз только я успел попасть, короче, как обычно. Я не вижу второго. Блять, по мне кто-то дамажит. Там их двое, понимаешь? Ты что понимаешь-то? Я тебе говорю, сзади кто-то по мне поливает. На колени поставил его, он мне броню снес к чертям собачьим. Ну его нахер, я, короче, туретки на всякий случай поставлю. Вдруг у него еще там кореш какой-то носится. Хорошо. Что, ты решила полграсть ракетомета пострелять? Саша Базука. Короче, добиваю этого челика. Блять, мне броню срочно надо, по-любому. Поищи у этих. Да, я и бегу. Чекай, пока там обстановку. Там их двое вроде было, двое, и они с другой стороны. Они друг друга убьют, один. Нам проще будет. Бля, мы не в зоне. Вот мы проебались, сейчас опять плыть придется. Блин, стреляет. Сколько плавать-то можно в этой воде? Не торопись, одна-то не беги туда. Есть. Началась бойня. Тихо. Вижу тело. Толик меня оглушил с другой стороны. Успел брякнуть. Там еще один кореш его. Нет, дробовик только этот сраный, и все. Он свалился, короче, вниз, сдох по-любому. Сейчас, спасу тебя. На опушке хоть какие-то нормальные найти, а не с этим говном бегать. Толик, блин. Лутай этого, я пойду гляну все-таки вниз. Тут самодельный. Круто, забирай давай себе. Броня скаута у него. Да, все, он сдох там внизу. На 45 наверху на крыше чел себе домик выстроил. Такой... Наверху, видишь, на крыше прям такая пристроечка. Ее не было. Вижу эту хрень, пойдем туда. Креативный, блин, душа. Сейчас попробую грену туда закинуть. Неудачное решение принял. Давай скорее забирай все манатки у него. У него пехота была. Охереть, там народу, короче, бежит от зоны. Видишь? Попробую гранату докинуть оттуда. Тараканы валят оттуда со всех щелей. Вижу я, жесть какая. Нам туда надо как-то идти по-любому. Если стелсбой есть у тебя, хава его и побежали быстрей. Я стелсбоя. Понеслась. Там и слева, и справа, короче, чуваки. Одного грохнул. Нет. Все хорошо, нормально. У меня стимов нету. Я тоже последний себе вкалываю уже. Еще кто-то.
Сзади начали поливать. Есть. У меня стимов нету ни хера. Мне надо облутать эти трупы, слышишь? Не беги туда одна. Пол хп только. На пару тычек. Ты лутайся. Он с горы начал херачить. Я не слышала, что сказал. Я говорю, с горы по нам хуячит. Как его граната это не грохнула? Добиваем, добиваем его скорей. Найс. Еще один. Не вижу, не вижу. Отлично. Еще. Вижу. Сваливая дальше в лес. Все, мне лутаться надо срочно, у меня вообще нет стимулятора. Ты что, стой, стой, стой. Да он в лес свалил, я тебе говорю, не иди туда одна, сейчас завалят тебя. Если что, я сторожу, давай быстро, быстро, все пылесось. Все это же патроны, которые тебе нахер не нужны. Скорпионы. Тут уже нихера не скорпионы. Кто-то с гранатомет стреляет. Все, брякнул его. На горе там пальба идет. Сейчас гляну, чтоб со стороны аэропорта никакие туловища не шли. И пойдем. Вижу. Вдвое. Нокнул одного. Блин, пупкан подожгли еще. Твою мать, сзади еще. Готов. Еще где-то должен быть. Где, где? Не знаю. Валил куда-то. Надо успеть облутаться, пока зона не сожрала их. Все. Молодчинка. Скорпион опять ползет, этот долбанный. Все, пойдем быстрее шмотки забирать. Робот к тебе бежит. Турмотрон! Псина у меня еще, не пугайся. Сейчас зверожок вылетит, может спалит нам ихние позиции. Зашибись, как обычно, нас только спалил. Убивая, чекаю лес. Все, убрали. Давай на внимательно очень. Два тела всего осталось. Где они? Да хрен их знает. Ну вот что вы так стоите, прям посреди дороги себя не бережете? Вставайте хоть за укрытие, что ли? Он херачит по тебе. Пошли, пошли поближе. Аккуратно, второй же где-то еще бегает. Готов. А вон и второй спалился. Вон он. 210. Давай гранату ему туда захерачь. Штурмовой карабин этот обоссанный лежал в ящике. Блин, убежал. Там еще один. Вижу их много тут. Это немного попало. Положил одного. Давай добивай своего. Вс.
все. Замечательно. Пойду ящик желтый быстро чекну. Не могу с этой помойкой бегать. Скаута хотя бы взял. Ой, чел. Иду на помощь. Чего? Один выстрел остался по нему. Добивай. У меня патроны закончились. Успел. Нормально ты решил его по башке прикладом огреть. Я патроны закончились. Бывает, не переживай. Давай забираем у него все там, что есть. Сейчас крышу пойдем лутать. Здесь ящики, я смотрю, еще оставшиеся. Угу. Тело у меня. Ой, все завалил. Да где? Да у меня внизу был, все нормально, нет уже его. А, у тебя? Вон. Пати, трое их. С Гауссом еще один там. Спрятался за этот трубу. Сейчас гранатку туда подкину. Перед нами. Блять, один хп у него остался. Сука. Нормально, все, я успел его брякнуть. Сейчас подниму тебя. Я злюсь, я не могу. Не злись, а все хорошо. На тебе. Еще есть? Да все, вроде нету никого. Молчи. Да не молчу, я тела там на горке ты бегаю, пати. Молчишь, а потом гонишь меня. В консервной банке там один. Иди сюда. Там по двоим урон. Я вижу. Троим. Пиздец, еще нахуй бомба. Да не говори, еще и у нас, если хернули, это просто капец. Еще одного брякнул, один остался. У тебя был. Зона ядерного взрыва. Иди ко мне быстрее, 3 секунды. Бегу на всех парах. Успел. У меня нету силов. Сейчас посмотрю, у меня вроде было что-то. В зону забежим обратно. Да. Все, пошли быстрее. Видишь кого-нибудь? Нет. Вон. Сзади нас. Вижу уже. В защитном комплекте еще по-любому у него антирадин или радыкс есть. Блять, не успеем залутать его. Ой. У меня ни того, ни другого нету вообще. Что? Бил меня только что. Это псина была. Чёрт, меня кто-то бил. Пофиг, бежим уже быстрее. Просто урон был. Бля. О, подстрелил меня кто-то. Где, видела? Не знаю, я сзади меня. Заебись.